так, проект ДеГОСТ. Это экосистема, состоящая из двух бизнес-единиц. B2B-площадки и биржи. Упрощенно говоря, это биржевой ритейл в промышленном секторе. Сейчас на рынке существуют проблемы такие. Отсутствует единая база данных промышленных товаров, отсутствует единая платформа по принципу одного окна для всех отраслей экономики. Существующие маркетплейсы для бизнеса не предлагают оптимальные цены. Вот, проблема такая нешуточная и невыдуманная, и кто ее решит, тот соберет все сливки с рынка. А с Бегостом предприятия будут иметь оптимальную цену. Это с учетом логистики, формы отгрузки, сроков оплаты, электронные документы, оборот. И мы будем не просто востребованы, не востребованным софтом для предприятий незаменимым, но мы еще и постараемся сформировать рынок электронной коммерции на основе спроса и предложения. Слайд. Используя... Да, прошу прощения. Так. Да, используя, да, значит, используя, значит, уникальную базу данных и конструктор собственной разработки. Вот так выглядит слайд. Рынок промышленных товаров большой, больше 100 миллиардов рублей только в Российской Федерации. Одни и те же товары используются в разных отраслях экономики и используют их на типовых договорах. Мы легко масштабируемся на всем постсоветском пространстве, так как везде используются национальные стандарты. После запуска мы будем востребованы в государственно-частном партнерстве, что повысит нашу капитализацию. Сейчас источники заработка – платные пакеты, аудит, аналитика, добавится комиссия, спред и, возможно, франшиза. Конкуренты. По функционалу больше у нас подходят к прямым товарно-сырьевые биржи, но не по пользе клиентам B2B. По косвенным – это маркетплейсы и узкоотраслевые площадки. Наше преимущество – это прежде всего база данных с расширенной фильтрацией и точной геолокацией, которая позволяет сделать лоты. Значит, биржа, электронные документы оборот, оптимизация закупок, принцип одного окна для всех отраслей экономики. Сейчас, на данный момент, у нас, значит, существует работающая бета-версия с 2009 года фармацевтики в трех регионах. Подключено 30% аптек. Значит, реализовано, так как жизненный цикл, значит, фармацевтических товаров очень схож с жизненным циклом промышленных товаров, это стандартизация, там, производители и так далее, то у нас есть все шансы для масштабирования на промышленный сектор экономики. Наша, значит, цель – 1 миллион уникальных пользователей и 17 миллиардов чистой прибыли за 10 лет. Наша команда состоит из 4 руководителей IT, строительной и арбитражных компаний. Работаем более 15 лет в реальном секторе и в IT-экономике. Являемся конечным потребителем своего продукта и рынок знаем изнутри. Инвестиции нам требуются 1,5 миллиона долларов. Это на создание 2 бизнес-единиц, региональных менеджеров и продвижение платформы. Значит, отдаем 30%. Через 2,5 года инвестор получает 30% прибыли ежеквартально. Приглашаем к сотрудничеству. Спасибо большое. Волнительное выступление, да. Но красивая презентация и очень хороший пич, кстати. Он для меня просто очень дорог, этот проект. Я понимаю. И он выжатый, да. И добавить хочу, что мы создадим монополиста и будем востребованы как один из бухгалтерий. Мы вам это докажем. Спасибо. Спасибо.